Галача. Ой, смотри, она сейчас как перевернется на тебе. Ну-ка. Это такая штука, которая легко надувается, чтобы можно было на ней лежать, сидеть. На пляж удобно было брать. Надувается просто с помощью захвата воздуха. Как корабль такой. Еще один корабль. Ой, провалился, Алан. Ты провалился? Нет. Нет? Завалился отдохнуть, значит. Иска, стой. Но потом продолжим беседу. Ой, какой большой. Он ищет что-то покушать. Probably go down to the beach. Possibly. That's why it's making it dry. I think he is still exploring what happened here. Just let him go past, see what happens. Okay. How аккуратненько. Смотри, какой огромный, да? Интересно, куда он дальше пойдет? В лес, наверное, пойдет. Теперь он дорогу переползти решил. Посмотреть, что там. Алан, видишь, где он? Вон, ползет куда-то. Вот здесь, кстати, есть туалет. Три душевых комнаты. То есть можно и помыться, и в туалет сходить. Очень так цивилизованно более-менее. Куда-то он серьезно направился. По-моему, к мусорникам. Там стоят мусорники, он, наверное, еду ищет. Варан полез на дерево. Алан, смотри, он на дереве. Смотри, стой. Слез. Ну-ка, если ему дать это. Поставь просто на землю. И отойди. Отходи. Отойди, он тогда не сможет прийти. Давай, иди сюда, давай дальше. Отойдем подальше, может быть, он придет тогда. Прилетела. Может, она видит этого варана и хочет отвлечь его, чтобы он к гнезду не подлетал. Ну-ка, что наш варан? Варан заглядывает, где что поесть можно. Нашу еду чего-то боится пока брать. Ну, посмотри-ка. Не шевелись. Чует нашу еду. Я ему там рис положила. Но, видимо, рис его не особо интересует. Подходи близко, стой. Алан, стой, говорю тебе.
Он замер и боится, потому что... А присядь на корточки, Алан. Классно. Ну-ка, если нет, поближе. Ай-яй-яй, боится он меня все-таки. Сейчас на дерево, наверное, полезет. Полез, полез на дерево. Какие у него лапища. Чешуя, как у крокодила. Все, мы стой тут на месте, кидаем, он сам приползет, если захочет. Такой жирненький баранчик, накушался. Он занял хорошую позицию для наблюдения и смотрит. На дерево залез. Слишком много народу, боится. Залез, спрятался, такой замер. Прямо пришел к нам в лагерь такой большой варанчик. Вот это был большущий варан, да? Он еще там ползает где-то в кустах. Вон там он ползает. Вон ползет. Уходит, наверное. Спасибо, что заглянули на наш канал. Подписывайтесь, чтобы не потерять контакты, и смотрите наши другие видео. Пока-пока!